Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем готовить вкусный и красивый праздничный салат «Лесная корзина». Оформленный таким образом салатик точно не останется без внимания. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим ингредиенты. Берем 300 граммов маринованных шампиньонов. Штучек 7-10 оставляем целыми для украшения. А остальные режем небольшими кусочками. Как замариновать шампиньоны, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. 300 граммов любого отварного мяса нарезаем маленькими кубиками. В этот раз я взяла куриное филе. Пять вареных яиц трем на крупной терке. Небольшой кусочек вареной моркови оставляем для украшения, а большую часть морковки натираем на мелкой терке. На этой же терке трем 2-3 плавленых сырка. Чтобы сырочки легче натирались, я их предварительно положила в морозилку на 40 минут. Одно большое кисло-сладкое яблоко очищаем от кожицы и семян. Трем его на крупной терке, поливаем 1 столовой ложкой лимонного сока и хорошо перемешиваем, чтобы яблочная стружка не потемнела. Дальше собираем салат. На плоскую тарелку ставим разъемное кольцо диаметром 16 см, выкладываем туда подготовленное мясо, распределяем ровным слоем, хорошо уплотняем и наносим сеточку майонеза. Как сделать домашний майонез, смотрите в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Вторым слоем идут яблоки. И снова майонез. Следующий слой – шампиньоны. Также майонезная сеточка. На грибы выкладываем яйца. Немного солим их. Сдабриваем майонезом. Выкладываем слой морковки. Тоже ее слегка присаливаем и наносим майонез. Последним слоем идут плавленые сырки. Их покрывать майонезом не нужно. Пока салат будет настаиваться, готовим все для украшения. 200 граммов соленой соломки подрезаем так, чтобы ее длина была выше салата примерно на 2 сантиметра. От сыра косичка отделяем 1-2 веревочки. Разбираем их на волокна потоньше. А получившиеся сегменты связываем между собой. Длины должно хватить на всю окружность салата. Кусочек оставленной вареной моркови нарезаем кружочками толщиной примерно 0,5 сантиметра. Так как у меня морковка крупная, я делаю кружочки поменьше. А затем с помощью ножа превращаю их в цветочки. 5-6 помидоров черри подрезаем снизу для устойчивости. Теперь переходим к украшению салата. Снимаем с него кольцо. Бока полностью смазываем майонезом. И обкладываем по кругу соломкой, плотно прижимая ее друг к другу и к салату. Внутрь получившейся корзины кладем несколько листиков салата. На них выкладываем оставленные грибы. И
помидорки черри. На помидоры наносим точечки майонеза. Получаются такие съедобные мухоморы. Между грибочками раскладываем цветы из морковки, а также любые замороженные ягоды. Для придания большего объема композиции используем свежую петрушку и укроп. В завершении подвязываем корзину сырной веревочкой. Вот и все. Красивый праздничный салат готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.